Всем привет! Сегодня мы с Леней выбрались на рыбалочку, на лесной прудик небольшой, половить рыбки. Приехали рано, снимать не стал, потому что темно было. Ну, два окушка поймал, сейчас камеру достал, начнем снимать потихоньку. Не знаю, пока как бы клюет не очень, за час вот две рыбки. К Лене не подходил, не знаю, что он сидит там на одном месте, что-то. Ладно, будем рыбачить, может, что и поклюет. Желаем приятного просмотра. Да, что-то тихо сегодня. Погода вроде хорошая. Минус 5, ветра нету. Снежок маленький идет. Хотели на другой водоем ехать, но решили сюда съездить что-то. Да, по первому льду здесь окунь хорошо клюет. Окуни-то хорошие. Кто тут такой сидит? Блин, какая-то малявка, что ли. А, убежал. Ну, здесь вообще мелко. О, трофей. Офигеть. Вот это окуняра. О, какой. Хе-хе. Отпустим. Вообще. О, прицепился-то. О, малявочка какая. Давай, плыви. Видать, такой же окунёк теребит. Точно. Смотрите, еще меньше. Капец. Откуда они тут взялись-то? Плыви давай. Или этот же, или другой. Капец. Какой-то. У них что тут, детский сад, что ли? Ну, в лунке стоит прямо. Не уходит. Ого, это уже покрупнее. По 4 сантиметра клюют. Что, объели, наверное? Ну, пустой крючок, видишь? Ладно, давай закину. Вот Леня у нас подошел. Кушать захотел. Да? Всем привет! До него долго доходит. Но... А ты ставишь потом, да и все вперед. Да. Монтировать тебя будешь.
Да нет, так и оставлю. Да, блин. Ну ладно, чай мы попьем и дальше будем рыбачить. Все. Нам приятного аппетита. И всем тоже, кто смотрит и кушает. Ну это вообще, как они достали уже. О, окунёк какой, побольше. Иди, коты возьмите. Да. О, еще покрупней. Этот уже покрупнее окунёк. Да, блин, отцепился. Вот он, наконец-то. Вытряс я его. Не крупный. Пойдет. Ух ты, нифига себе. Вот это окунь был. Блин, по губам съездил. Блин, вот это окушарик. Наконец-то клюнул. Ну вот, пока камеру выключил, поймал окушка. То время уже мало на камере осталось. Периодически выключать буду. Давно не клевал. Все лунки, которые сверлил, обошел в одной только. Один окунек вот клюнул. И вот сейчас свежую лунку просверлил. И в ней окунек был. А так вообще ничего. Сколько прошел. Что вот такие дела сегодня. Ох, кабанина, наконец-то! О, только камеру включил, ненадолго включу. О, кабанчик какой! Красавчик! Глубину за полметра его взял. Это вообще что-то... Наверное, штуки две поймал, пока камера выключена была. И все. Время мало уже на камере осталось. Думаю, включу еще ненадолго, минут 10 оставлю.
И вот он сразу взял сходу. Опа, 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 вот это, ребята, трофей. Смотрите. Сейчас отцеплю. Вот это трофейчик. О. Кабанчик. Красавец. А? Нифига себе. Вот и полметра глубина. А где глубже-то? Нифига, мелочь одна клюет. Окунек еще один. Ловлю вот я вот на такую вот мормышечку. Маленькая, вольфрамовая. Желтенькая. Но все потемнело у меня уже. Сегодня на все пробовал. И на чертиков, и на все. И на крупные мормышки, нифига. Вот только на эту клюет. Что-то под конец дня-то расклевался окунек. Опа, еще один. Маленький. Поменьше. О, коту возьму. Ну что, закончили мы нашу рыбалку. Немножко все-таки удалось поймать окуньков. Даже три такие, ничего, окуня. Хорошие. Вовчик наш. Вот, окунек, ничего такой. Вот еще парочку. Нормально. Считай, на уху наловили. Люди не знаю, что клевало, не клевало. Посмотрим попозже. Все, будем собираться. Вот и Леня у нас собирается. Фига ты ящик как чистишь. Ну что, хвастайся. Да что там? Хвастайся. Большие? Ну, два таких, ну чё. Ну-ка. Чё, не покажешь даже? Было там, что показывать. Да, ну, чё, чё? Ну, вот сейчас надо долго-долго опустил. Угу. А что-то на окуня он ушёл. Чё, в 12, наверное, вот попивал ещё. Сколько 6, наверное, ещё. А тут сколько сидел, полезно. Не хочет. Надо было сразу на окунь. Не хочет. Да плохо окунь клюет. Мелочь, стеребит, вершит, дофига. Ну одного ничего, я вытащил. Ел. Ну, хорошо. У тебя сколько штук? 15 взял. Ну, я тоже. И 3. Ну, 18 взял, короче. 3 там мелких еще я коту взял. А вон 2 вот таких более-менее. А, тут поменьше. Там еще не все, да? Остальные мелочи. У меня крупная вообще клюнула, там глубина полметра, короче. Да. Два в подряд, два окушка в подряд взяла, нормальных. Непонятно, что ему на этой рыбе. Да фига, где он раньше ловил, там вообще нифига нету. Мелко. Носорожку он сколько, считай, посидел. Нифига. Ну сегодня же не клевый день-то. Ну. У рыбы голова болит, да. Ну. Не хочет рыба клевать. Сколько за себя наплатили? 3 часа уже, да? Поехали мы домой. Отдохнули хорошо. Время уже 3 часа.
4:30 25 минут 4:00. Полчаса еще нет. Минут 40. Может, минут 45. Пока выберемся. Дорога плохая. Одна колея. Потихоньку выедем, а там уже можно. Главное, чтобы никто не встретился. Главное, чтобы да, никто не встретился, а тут не разъехаться даже. Ну ладно. Всем пока. До новых встреч. Увидимся на рыбалке. Или еще где-нибудь.